Привет! Это видео-ответ на вопросы подписчиков «Малярная» и «Молекулярная масса». Малярная масса обозначается вот такой вот большой буквой «М», и малярная масса называется масса одного моля вещества. Используем ее в формуле по нахождению моль, где в числителе масса в граммах, в знаменателе малярная масса. Вместо нее в учебнике вы можете иногда встречать букву «Н». Размерность малярной массы грамм на моль. Следует отметить, что малярная масса численно равна молекулярной массе. Молекулярную массу мы записываем вот как МР. Молекулярная масса или относительная молекулярная масса – это масса одной молекулы вещества. Размерность атомной единицы массы. Здесь привела пример. Мы находим молекулярную массу воды, сумма относительных атомных масс. Водород. Атомная масса единица умножаем на 2, поскольку водородов здесь 2. И прибавляем атомную массу кислорода 16. Получаем 18. Надеюсь, это видео было вам полезным. Если есть вопросы, пишите в комментариях.